так и не обсудили вопрос Хаджибейской дамбы. В повестке дня аппаратного совещания горсовета начальник городского управления капстроительства не смог отчитаться по вопросу. Это питание находится на контроле, на постном контроле в управлении. Да. Что вы? На самом деле вопрос звучал так. Подготовить информацию об обеспечении надлежащего функционирования дамбы Хаджибейского лимана и глубоководного выпуска сточных и канализационных вод от СБО «Северная». Исполнителем этих работ является ведомство Бориса Панова, но по какой-то причине, даже своими словами, он не смог рассказать о проделанной работе. Напомню, что дамба Хаджибейского лимана с 2003 года находится в аварийном состоянии. По оценкам специалистов, в случае ее прорыва будет затоплена территория порядка 23 квадратных километров. Этот многострадальный вопрос уже несколько лет не могут решить в мэрии. Как тут не вспомнить нашего легендарного земляка? Очень жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха.